Декатлон. Носочки для бега. Мяч для тенниса 69 рублей. Девушка, вы блогер? Нет. Я блогер. Какая сука. Возьми мячик, дочь. Возьми мячик. Интересно. А у вас нет лошадки? Вот. Это на всю жизнь. У вас лошадки нет, вот ей украшений вот такой. Ай, какой мячик. Смотрите, какая, со стразами. Едем дальше. Последний, и переходим на ту сторону. Это зимние виды спорта. Шапки горнолыжные. Это типа снуда. Снуд. А снуд не хочешь вот такой? За 600 рублей. Най какой. Можно заснять меня. Сюда вы. На темный. Вам очень идет, девушка. Вам надо ее взять. Нам тоже телегу наш.
А это что за костюм такой? Вот этот серенький. Термобелил. Это оно больно узковато. Ну, размер маленький. Заходи. Не трогай, положи. Пошли, Богдан, пошли. Вот. Сказать. Вот они, Толя, Лесси. Сюда идем. Вот они. 3000. Ну, такие у нас в детском мире висели. Да, по 5000. Да? Ну, а со скидкой-то они были, тоже такая цена. Ну, в смысле, да, в смысле, здесь тоже есть. То есть это для сноубордов, типа, получается. А вот это зимний. Это зима. Это же наши соседи такие ходят, тройняшки. Да. Они здесь их, наверное, купили. Вот такая штука девчачья. При покупке накачка тюбинга бесплатно. Садиска стой. Чего, можно поиграть? Ты резко взялась. Ты очень сильно лупишь. Все, наигралась. 5 минут прошло. Здесь лыжи. Лыжные ботинки, палки лыжные разных размеров. Это дорогие, это пластиковые пошли. Красота. Клюшки. Нужна тебе клюшка, шайба? Это для твердой поверхности. Низкая интенсивность. Ах, не получилось. Ну, покажите класс. Ну. Нет, вас не возьмут. Молодец. Второй раз можно взять это. Вот такой.
вуаль. Ну, какая штука. Жилет. Только нашел для коралла. Где? А там одни вот красненькие маленькие. А-а-а. А вот это что такое? Купальник, что ли? Купальник. Вот это что? Купальник. Памперсы, не памперсы. Что это тоже? Подгузник. Предотвращение попадания в воду, загрязнение в случае мелких детских происшествий. Для воды. Для воды? Да. Ничего себе. $700. Купальники надо малышке. Давай ей купальник купим. Давай. Вот это хорошая сумочка. Непромокаемая. Оля, тебе не надо такие ветровочки. А их по 100 рублей. Я возьму. Толь, это даже не 20-й, это я не знаю. А 20-й, ну я не знаю, это что, по кораллам ходить? Это для гимнастики, вы чего? Да ты что? Кокиры такие были, да? На резину это такая плотная. Гимнастика? Гимнастика-то в шоу, в чешках они бегают. Гимнастика, это да, я знаю, что гимнастика. Вот для гимнастики, вот они. Пуанты. Чешки.
Да нормально. Я чуть мало. Сарика. Поставил, отправил опять. Можно дышать. Я вообще шутил. А. О, тяжелые. Анатоль, позанимайся. Знаешь, какая тяжелая? Вон, 5 килограмм. Возьми, потягай. Вот, 200 рублей. Не надо вам футболочку за 200 рублей? Давай. Футболки по 200 рублей.